Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 3, урок 24. В данном номере представлены незнайки на задаче. Незнайка – это такой литературный персонаж из книги Николая Носова. Эти задачи у него представлены с ошибками. Мы же должны найти эти ошибки. Итак, задача А. Ошибка в задаче, что ответ уже дан в условии задачи. Можно исправить, изменив вопрос. Итак, посмотрим, что нам предлагает незнайка. На кочке сидело 4 лягушки. Одна прыгнула в воду. Вопрос: сколько лягушек прыгнуло в воду? Уже в условии задачи сказано, что одна прыгнула в воду. Мы можем исправить эту задачу, если мы изменим вопрос не «сколько лягушек прыгнуло в воду», а «сколько лягушек осталось на кочке». Итак, было 4, одна прыгнула, осталось 3. Задача номер Б. Мама купила 5 пачек соли. 2 съели за обедом. Сколько осталось? Это задача с нереальными условиями. За время обеда невозможно съесть 2 пачки соли. Нужно в условии изменить пачки соли, ну, например, на булочке. Мама купила 5 булочек, 2 съели за обедом. Сколько осталось? 5 минус 2 равно 3. 3 булочки. Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео.